300 тысяч рублей и два автомобиля взыскали судебные исполнители с горожан за два дня. На злостных неплательщиков сотрудники службы приставов вышли во время профилактических рейдов. Нарушителей в момент проверки обнаружили и инспекторы ГИБДД. Кроме того, сотрудниками госавтоинспекции в отношении граждан, которые не оплачивают своевременно штрафы, составлено 15 протоколов по статье 20.25. Данная статья предусматривает административный арест до 15 суток, либо наложение штрафа в сумме всех неоплаченных штрафов, ранее наложенных. Система «Судебный пристав» проверяет каждого водителя по базе должников по алиментам, штрафам ГИБДД, коммунальным услугам и налогам.